Привет, друзья! Светлана Хоркина, российская гимнастка, носит звание заслуженного мастера спорта РФ. Депутат Госдумы 5-го созыва, действительный государственный советник РФ 3-го класса. Природа не наделила Светлану Хоркину данными для занятий, художественной гимнастикой, и если бы не прозорливость ее первого тренера, который сумел рассмотреть в ней потенциал, то Россия не получила бы такую выдающуюся спортсменку. Ее упорство и неимоверное трудолюбие было награждено олимпийским золотом 1996 и 2000 годов, она 9 раз поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира, 13 раз становилась чемпионкой Европы. Этот список, возможно, был бы намного больше, если бы спортсменка не завершила карьеру в 25 лет. Родилась Светлана Хоркина 19 января 1979 года в Белгороде. Ее родители родом из Мордовии, в Белгород приехали ненадолго, чтобы заработать, но оказалось, что остались в этом городе навсегда. Папа работал на стройке, мама медсестрой в детском садике. Спустя несколько лет в семье родилась еще одна дочь, Юлия, которая тоже достигла хороших результатов в спортивной гимнастике. Она стала мастером спорта международного класса, возглавляет Белгородскую спортивную гимнастическую школу, куратором которой является Светлана Хоркина. Жили Хоркины достаточно скромно, девочку особо не баловали, но старались обеспечить всем необходимым. Когда Свете исполнилось 5 лет, отец получил комнату в общежитии площадью 11 квадратов. Она кишела всякими насекомыми, особенно клопами. С помощью шифоньера ее разделили на две части, в одной из которых стояла кровать родителей и кресло-кровать для Светы, а в другую еле запихнули небольшой обеденный стол. Над этим столом отец придумал для дочери обустроить настоящий спортивный уголок, там даже висел канат, чтобы девочка училась лазить. Света в детстве часто болела, доктора посоветовали родителям отдать ее в спортивную секцию. Женщина, живущая по соседству, посоветовала занятия в секции художественной гимнастики, и родители девочки поддержали эту идею. Светочке было всего 4 года, когда она попала в гимнастический зал, и с тех пор занятия стали регулярными. Стоит заметить, что у девочки не было физических качеств, присущих спортсменкам-гимнасткам, но несмотря на это, тренер решил попробовать поработать с малышкой. Так, благодаря тренеру Борису Пилкину, у Светланы появилась надежда достичь хороших результатов. Ему очень импонировали ее настойчивость и трудоспособность, она могла много раз повторять трудные упражнения, до тех пор, пока оно не получалось идеально. Чтобы добиться нужного результата, Светлана работала на измор. Спортивная биография Хоркиной развивалась стремительными темпами, если не считать некоторых препятствий в самом начале. Ее долго не брали в молодежную сборную Союза, хотя среди гимнасток своего возраста она показывала наилучший результат. Хоркина была провинциалкой, и столичные спортсменки не воспринимали ее как равную, всегда находились какие-то замечания и придирки в ее адрес. Однако Светлана мало обращала внимания на придирки коллег и продолжала упорно трудиться. Только благодаря ее железной воле и настойчивости она попала в сборную РФ по спортивной гимнастике в 1992 году. Спортивная карьера гимнастки Хоркиной состоит из множества побед, которые периодически сменялись досадными поражениями. Но по мнению спортсменки, без них тоже нельзя, потому что именно падение и поражение формируют волю и закаляют характер. В 1995 Хоркина должна была принять участие в японском городе Сабаэ, но за 2 недели до состязания она имела неосторожность повредить спину на тренировке. Боль была очень сильной, Светлана с трудом ходила, а об упражнениях не стоило даже думать. Ей сделали обезболивающие уколы и отправили в больницу. Доктора вынесли вердикт: нужно серьезно лечиться и забыть о чемпионате, несмотря на то, что на подготовку к нему ушли годы. Ей было всего 16, но она сама приняла решение продолжить лечение и параллельно с этим тренироваться. Девушка очень рисковала своим здоровьем, но решила подготовиться к контрольной тренировке. Если у нее все получится, то поездку в Японию отменять не придется. Хоркина собрала в кулак всю свою волю, она думала только о победе, и эти мысли помогли ей справиться с нечеловеческой болью в спине. Она прошла это испытание, побывала в Японии, причем выиграла чемпионат мира и вернулась оттуда с несколькими медалями. Далее были годы восстановления, упорных тренировок и стремительного восхождения к вершине славы. В 1996 Хоркина участвовала в Олимпийских играх в Атланте и стала победителем.
Она завоевала золотую медаль и оказалась на втором месте в командных соревнованиях. После блестящего выступления на брусьях за Светланой закрепился статус королевы брусьев. Она очень любила этот гимнастический снаряд и всегда получала высший балл после выступлений. После такого грандиозного успеха 17-летняя спортсменка могла спокойно жить, купаясь в лучах славы и признания ее таланта. Первое время так и было. После возвращения из Штатов девушка вернулась домой в Белгород, стала студенткой университета. Однако очень скоро она заскучала в этом медленном ритме жизни, ведь до этого привыкла трудиться на износ, отдавая все силы и время любимому занятию. Светлана долго не раздумывала, собрала вещички и отправилась обратно в столицу. К 2000 году Светлана уже не имела себе равных среди отечественных спортсменов, поэтому была первой претенденткой на участие в Олимпиаде в Сиднее. Ей уже был 21 год, она имела превосходную подготовку и настраивалась исключительно на победу. Однако в Австралии девушку поджидал неприятный сюрприз. Кто-то неправильно установил снаряд, и Светлана повредила коленки. Но все равно она выступила достойно, дошла до завершения состязаний и снова стала олимпийской чемпионкой на брусьях. Теперь она начала строить планы на следующие Олимпийские игры. В 2001-м Светлане присвоили звание абсолютной чемпионки ЧМ. В 1995-2001 годах она была победительницей всех мировых чемпионатов и олимпиад на брусьях, которые стали ее любимым снарядом. После удачной защиты диссертации в 2002-м Светлана получила степень кандидата педагогических наук. В том же 2002-м Светлана начала свою артистическую карьеру. Дебют состоялся в постановке «Венус» на подмостках театральной компании Виноградова. Сценарий к этой постановке написан на основе книги любовных посланий Генри Миллера «Дорогая», «Дорогая Бренда». Светлане досталась роль главной героини. В 2003-м российская гимнастка выиграла чемпионат мира в Анахайме и третий раз получила звание абсолютной чемпионки. Она была первой спортсменкой, поднявшейся на такую высоту. В 2004 году Хоркина участвовала в Олимпийских играх в Афинах. Она попала в финал на своих любимых брусьях и в многоборье, и ее назвали фавориткой игр. После завершения Олимпиады спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. В 2007-м Светлане Хоркиной поставили памятник в ее родном городе Белгород. Вскоре состоялось открытие учебно-спортивного комплекса, в котором проходит подготовка будущих спортсменов. После ухода из большого спорта Светлана нашла себе применение. Ее стали звать в самые интересные телевизионные проекты, она приняла участие в «Танцах со звездами» и «Цирке со звездами». А еще она одна из тех отечественных спортсменок, которые дали согласие на фотосессию для журнала Playboy. В конце 2007-го Светлана ушла в политику. Теперь она депутат Госдумы 5-го созыва, спортсменка представляет партию «Единая Россия». В 2004-м она стала вице-президентом Федерации по спортивной гимнастике и твердо уверена, что в этом статусе продолжает трудиться на благо нашей страны. В 2014-м Хоркину делегировали в качестве посла на Сочинскую зимнюю Олимпиаду. Она по-прежнему находится в центре всеобщего внимания, несмотря на то, что уже давно ушла из спорта. В начале 2016-го подполковник запаса Светлана Хоркина стала первым заместителем начальника ЦСКА. Именно такое решение издал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Светлана Хоркина стала мамой 21 июля 2005 года. В Лос-Анджелесе у нее родился сын Святослав, который автоматически стал гражданином США. Сообщение об этом событии появилось в СМИ, но об отце ничего не было известно. На протяжении некоторого времени им считали голливудского артиста Ливана Ученишвили, но вскоре стало понятно, что это не так. У Светланы много лет был роман с миллиардером Кириллом Шубским, который поддерживал спортсменку на всех соревнованиях. Официально отцовство не афишировалось, потому что бизнесмен был женат на актрисе Вере Глаголевой. Никаких комментариев по этому поводу ни Светлана, ни Кирилл не давали. Впоследствии Хоркина выпустила автобиографическую книгу «Кульбиты на шпильках», в которой приоткрыла тайну своей личной жизни, хотя фамилии бизнесмена нет и там. Упоминается только имя Кирилл. В 2011-м Светлана стала женой Олега Кочнева, генерала ФСБ, которому на тот момент было 55 лет. Мнение олимпийской чемпионки поддержали и остальные российские спортсмены и болельщики сборной. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться
поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.